Всем здравствуйте! Сегодня побывала в магазине Галамарт. Немножечко поснимала так новиночки. И немножечко, естественно, без покупок не смогла уйти. Первая покупочка – это вот такие вот наклеечки. Мне они понравились. Купила для племянницы. Так. Собаки у нас опять вот начинаю снимать и сразу начинаю, извините, продолжаем. Вот такие вот наклеечки, ей очень нравится. Фея на мультики с ними смотрит, вот такие вот. Мне показались милые, стоят 19 рублей. Там были еще с принцессами, ну я считаю вообще прекрасно. Так, если, чтобы не отсвечивало, посмотреть хорошенько. Вот такие наклеечки, мне кажется, очень милые. Далее купила пекарскую бумагу для выпечки. 30 сантиметров ширина и длина 6 метров. Стоит 19 рублей. Я все никак не могу запомнить цены, сколько стоит в Окие, сколько стоит в фикс-прайсе эта бумага. Ну вот. Надо будет как-нибудь все-таки запомнить и записать, где выходит дешевле. Далее купила вот такие резиночки. Вот это вот стоит 19 рублей. Видите, очень милый, мне понравилось. Такая вот. Сейчас мы посмотрим. Опа. Да, это одна. Это одна. Но все равно очень милый. Видите, здесь камушки такие. Вот. Нормально, симпатично. Вот. Тут написано. Далее. Другая. Вот. Это уже стоит 39 рублей. Такие две. Тут две резиночки. Ну-ка, очень милашные такие. Тоже. С камушками. Сердечками. Очень миленькие. Вот. Резинок много не бывает. Далее. Последняя моя покупка в Галамарте. Я не удержалась. Вот не знаю, до чего мне нравятся вот эти вот. Это, в общем, сушилка для столовых приборов. Так, вот, чтобы поближе. 89 рублей стоит. Ой, извините. Вот так с ручками мне понравилось. Вот такая вот. Там была сиреневая. Нет, не сиреневая, зеленая была. Была зеленая и желтая, да. Но я поснимала, вы там посмотрите в обзоре в конце видео. Мне показалась очень миленькая такая. Что-нибудь сюда засуну. Можно даже и не столовые приборы. Те же самые ручки. Тоже удобно. Фломастер, карандаши для ребенка. Не знаю, мне кажется, вот именно для карандашей и фломастеров, мне кажется, и для ручек это более подойдет. Вот. На этом все мои покупки из Галамарта. Спасибо большое, что зашли на мой канал. Всем всего самого наилучшего, крепкого здоровья. До свидания.